запланировал приобретение автомобиля гибридного, достаточно эксклюзивного из Соединенных Штатов. На российском рынке такого предложения не было, поэтому на одном из сайтов нашел объявление о продаже, точнее объявление о том, что люди перегоняют под заказ данной машины из США. Связался, проверял информацию, что да, действительно существует такая фирма. Все очень правдоподобно, поэтому решил с ними работать. Внес задаток 30% от стоимости, и началась работа. Мне присылали фотографии, видео. В дальнейшем начался процесс покупки, перевозки, растамаживания автомобиля, который длился 3 месяца. В это время просил присылать отчетные документы либо фотографии по движению автомобиля, чего не делалось, и как бы это насторожило. В итоге сделал запрос истории американского автомобиля и увидел, что из этого отчета, что машина не пересекала границы Соединенных Штатов. Из чего я сделал вывод, что меня обманули, и обратился в полицию. Как бы мой вопрос успешно решили сотрудники полиции, за что им большое спасибо как ангарским сотрудникам, так и их коллегам. Считаю, что то, что случилось, вообще чудом. Деньги вернули в полном объеме. Людей, которые планируют себе покупки подобного плана машины через интернет, советую продумывать все свои действия в плане того, что деньги отдать легко, а догнать потом бывает невозможно. Вот. И, наверное, осторожность все-таки. Какие-то опыты, рекомендации, не знаю, положительные отзывы, опыт работы на рынке. То есть все надо оценивать, осматривать. Ну, я бы все-таки ни в коем случае не делал этого по интернету.